Военнослужащие ОБТФ ДНР «Каскад» под Угледаром уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 вооруженных формирований Украины. В ходе контрбатарейной работы оперативно-боевого тактического формирования силами расчетов БЛА и артиллерии была уничтожена буксируемая гаубица М777 производства США. Подобными орудиями, которые состоят на вооружении НАТО, украинские националисты ведут обстрелы мирных жителей прифронтовых городов Донецкой Народной Республики.